Папа фокусник, да? У нас что-нибудь понажимает. Это Вова придумал. Ты что, дай я попробую? Только что пел вместе с Ариной. Да, мы тут придумали из бутылок. Рецепт обалденный. Конструктор присоски. Мы сегодня пускаем пузыри мыльные. Купили большую такую длинную. Ох, их много. Не сравнить с мелкой, да? Но... Так, Артур? Ну да, вот они побольше получаются. Папа фокусник, да? Ох ты, ничего себе! Вот это да! Ну-ка, давай. Махай! О, видал? Смотри, надо сюда дуть. Руки с мылом сейчас помоешь. Надо тут. Ты сам будет сейчас макать. Нет, смотри. Ну, в общем, понравилось. Накапали мы тут уже. Ой. Развалилось. Разобрали. Тебе не даст ничего сделать. Кажется, закрывай, нечего расходовать зря. Да, будем закрывать. Надо кубчик, надо как-то нам назад ставить. Давай. По-своему будет это делать. У меня меч. Булава, скорее. Почему это булава, меч? Можешь держать за другую сторону. Ой, что-то она перестала работать. Оно у тебя стекло, потому что... Артурчик, ты куда пошел? Пошел топтать грядки. Так, Артурчик сел. Он нажимает и смотрит в экран. Артур, ты богатый на компьютеры, два штуки. Ты не ту мышку взял, Артурчик, если честно. Ну, она же к тому. Это к тому ноутбуку. А смотришь ты в этот, бери вот эту. Скажи, дома такой нет, а вот эту я уже знаю, она дома. Бери эту мышку. Ага. У нас что-нибудь понажимает. Колесико крутится. Вот ему интересны взрослые дела, которые ему не разрешают. Скажи, как она ездит без провода? Скажи, непонятно. Ой, ты мне что-то закрыл. А, еще что-то закрыл. Что у меня там было открыто, я уже забыл. Сашечка греется на солнышке. А у нас сегодня новый рецепт. Но для нас он уже не новый. Это Вова придумал. Сам. Неожиданно. Мы уже недавно говорили, что у нас рецепты так неожиданно рождаются. Вот сегодня мы снимаем. В общем, когда уже выйдет этот влог, рецепт уже будет на канале 100%. Вот они, красавчики, получаются. И очень классный рецепт. Но они очень вкусные. Вова вообще в восторге. Короче, он уже, наверное, штук 10 съел, пока тут печет стоит. Напоминают немножко, не знаю, творожники или сырники, вот как раньше творога. Делали с творогом. Напоминают, да. Но тут именно ингредиент такой есть, который делает такой вкус. Если без него, то немножко уже не то будет. Так что вот так вот. Творога здесь однозначно нет. Да, творога здесь нет. И вообще здесь нет. Молочки здесь нет. Ни яиц, ничего такого. Ну, продуктов животного происхождения здесь нету. Нет. Вообще рецепт очень простой. Полезный, да. И простой. О, у нас Аринка что-то жарит. Раскатала ей тесто. О, картошечка. Ну, я не так сказала. Я приготовила тебе тесто, а ты раскатала. И Аринка делает жареные, типа пирожки с квашеной капустой. Это очень странно. Ну, просто она сказала, с картошкой она не хочет, а другого ничего у нас дома не было. Попробуй. По секрету, мне было просто лень ждать ее. Ну, картошка варится, мы просто ее заранее не поставили. И она решила не в духовке, просто мы на днях делали в духовке с картошкой. Ой, долго еще. И там с этим, с варениц, ну как... С яблоками из варенья. В общем, было очень вкусно. Я не пробовала. Кстати, да, я попробую. Так, дай себе сама на кусочек.
Она мне выделила, в общем. Все, мама пробует. Сейчас такой фу-фу-фу. Ну, тесто прожарено. Фу! Капуста твердая, как и была. Фу! То есть хрустит. Ой, это прекрасно. Ну-ка. Ну, ты знаешь, это прикольно. Не, я попробую. Ну, Арина у меня отобрала кусок. Не знаю, тебе как понравится, но прикольно. Даже вкусно. Жареное намного вкуснее. Чем с картошкой. Картошка не чувствовала. Нет, жареное просто. Я думаю, вкуснее, они... чем в духовке. Ну да. Я думаю, они с, там, с грибами, с капустой. Вот я хочу с грибами. Нет. Ну, Арина, просто ты грибы не ешь, а я люблю. Что, когда грибы купим, попробовать, в общем, класс. Микки Маус. Он ноги потерял. Все, Арина, когда делает, молодец, сама все делает. Класс. Прикольно. В общем, красотища. Ну, давай, Арина. Артурчик, только что пел вместе с Ариной. Так смешно было. Вон, тень Аринина прикольно. И Артурчик тоже пел. Артур, иди посмотри на тень. Смотри, вон тень шевелится. Вон, видишь, на стенке. Ну, что у нас тут за суперкласс? Папа гений. Папа нашел выход, как работать сразу с двумя мониторами. У тебя шея заболит, постоянно вверх смотреть. А мне и что тебе видно? Постоянно не надо. Да, это же потому что Артурчик у нас. Ну, любит он это дело, да. Стянуть со стола. Ноутбук любит трогать. Вообще любит нажимать на по клавиатуре и тут, и там. А теперь он не сможет достать. Теперь да. Кстати, нам надо закончить одно очень важное вчерашнее дело. И позавчерашнее. И позавчерашнее. Мы его начали позавчера. Ну, если честно, я так устала сегодня, я чуть стою на ногах. Серьезно. Там осталось чуть-чуть. Ну, ты же видишь, что Артур лезет. Это невозможно делать. Артур нам это всячески препятствует делать классный тоннель для котов. Да, мы тут придумали из бутылок 6-литровых. Вообще такое прикольное. Хотя не для котов, поправочка. Для котят. Потому что коты там взрослые. Ну, что, кусать, сильно не помещаются. Влезла, она самая маленькая. Им надо разыграться. Ну, мы скорее хотим доделать и скорее дать им уже поиграться. Ой, наконец-то у нас ужин. 9:00. Лично у меня на ужин винегрет с домашним майонезом. Без яиц, кстати. Рецепт обалденный. В общем, мы с Вовой в восторге. Он реально вкус самого вкусного магазинного майонеза, который мы раньше ели. Перепелиными яйцами. Да, мы любили. И с лимонным соком. С лимонным соком, да. Вот он такой же вкусный. Вообще мы в шоке просто. Так что вот так. Артурчик там уже трескает. Ну и мы сейчас будем... Сейчас папа запустит кучу вещей, которые ему пока нужны. Линеечка, да. Да, линейку. А тут что, тоже? Тоже линейка. Обалдеть. Забрал мой ноутбук себе, ну. Я там буду редактировать, как поем ролик еще. Да, еще куча работы у нас. Каждый день снять, отредактировать, снять, отредактировать, снять. Это... У нас это 4 канала на YouTube. Мы уже столько практики у нас в этом. Мы можем смело идти работать в 20 век, Фокс. Мы не боимся работы. Ой, ну да, такой работы. Нас эта работа устраивает. В общем, нравится нам этим заниматься, нашими каналами. Посмотрим, что будет дальше. Все, у меня болит рука, я хочу присесть и поесть. Подарили Артурчику вот такую вот игрушку прикольную. Конструктор присоски. Правда, здесь от 6 лет. Но ничего. Тут и мама играет, соединяет их, собирает. 45 деталей. Артурчик перекладывает с коробочки в коробочку, да, малыш? Ну, они прикольные, конечно. Можно тут пофантазировать чего-нибудь, построить на присосках. Так? Вот. Друг дружке прилепляешь, и все. Там написано «Хорошо прилепить», вот так вот. И все, можно собирать все, что хочешь. Такая вот игрушка прикольная. Вот, Артурчик любит у нас перекладывать туда-сюда.
Вот пускай учится собирать и разбирать. Что ты делаешь? Зачем выкидываешь на пол?